Выдыхаю дым, мама дома не ждет, пропадает твой сын. Я теперь один. Выдыхаю дым, буду вечно молодым, буду пьяным и смешным. Я теперь один. Выдыхаю дым, мама дома не ждет, пропадает твой сын. Всем привет. Я Вован, да. И вот сегодня я приехал на УАЗике, на УБАЗе взял УАЗик. Приехал вот я в деревню к бабушке, да. Вот. Помогает картошку копать, вот. И мы еще потом поедем к моему другу. Там он сказал, что нужна помощь. Кстати, вот уже мы приехали к бабушке. Вот это ее машина. Она умеет машину водить, и не будет сидеть эта машина, шестерка на ходу. Ладно, пацаны, я пошел копать картошку, увидимся, ну, около магазина. Вот, короче, я приехал, да-да, вот. Капец полный. Я, короче, там купил, и вы понимаете, то, что я купил, вы потом увидите. Потому что я сейчас поеду к другу, друг. Здесь неподалеку живет. И что ж, погнали к нему. А еще, пацаны, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Сейчас к другу поеду. Друга зовут Дима. Вот. Ему тоже 18 лет. Я с ним уже это давно не виделся. И еще подписывайтесь на Полину Шоу и на Никиту ТВ и на Тема Геннера. И на мой паблик там ставьте. Спонсор этого ролика является компания OneX. Всегда большие коэффициенты и большие выплаты. Да, вот это его домик. Наконец-то. Давайте здесь паркуемся. Их, что ж, вылазим. Так, я нормально запарковался. Это по-нормальному, запарковаться. Давайте вот так. Все окей. Все, запарковались. И я выхожу. И вот, пацаны, что я ему купил. Вот, как она выглядит, это моторное масло Лукойл, очень хорошее. И вот его машина, она это шестерка, вообще, ну, нормальная машина. И я пошел заливать, залили, короче, маслом, капец, у нее там и машина вся, ну, в дребезги, капец. Кстати, вот здесь живет мой... якобы второй друг, но его сейчас там нету, потому что он сейчас уехал. Откуда знаю, из-за того, что он всегда машину оставляет там, ну, в гараже. Вот обратно приехали мы к бабушке, надо запарковаться, и сейчас мы поедем в город. Хотя нет, зачем нам в город ехать? Сейчас мы поедем в погреб, и там сейчас мне точнее нагружат картошку, и мы пойдем в погреб и картошку туда отвезем. Все. Что ж, до встречи у погреба. Вот, короче, мы приехали, сейчас надо подать на горку. Вот так она выглядит. Все, наконец приехал. Все, и я ухожу. Вот, короче, я вышел. Мы уже туда успели все погрузить. Картошка большая. Все-таки я не зря взял. Ну, картошку. Или даже УАЗик. Мы сейчас обратно поедем туда. Ну, домой. Эх, едем. Еще, пацаны, подпишись на канал и поставьте лайк. И
Еще вы хотите, чтобы я снимал про Russian Wars? Это крутая игра. Вот так она называется. Да. Ну что ж, с вами был я, Вова. Всем пока. И всем покедова. Спасибо.